Привет, спасители! Как ваши дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Что ж, у нас тут война, война против Тюмени, и идем мы практически тютелька в тютельку, как по очкам, так и по энергии. А, что ты так долго грузишься-то? Ну да, 50-56. Что ж, остались уж очень сильные противники для меня, во всяком случае, поэтому я рассчитываю здесь хотя бы двух попробовать завалить и буду ждать, когда остальные переродятся, чтобы еще кого-нибудь побить. Так, ну давайте начнем с Николаши. Николай, Николай, Коля. Так, 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 синий, зеленый. Чё, пойти моей любимой командой? Или попробовать все-таки 3-2? Кнут, тыква и лошадь. Бу-пу-пум, пум-пум-пум. Ну, зеленый и фиолетовый здесь мне по-любому нужно. А еще надо как-то выносить вот эту мадаму. Но она стоит с краю, поэтому, возможно, это дело получится. Ладно, не будем ничего здесь придумывать. Пойдем более-менее проверенным вариантом. Так, тын-тын-тын. Где? Так. И где моя зелененькая это? Будика. Угу, пошли. Вот так вот. Красный кристалл тоже пригодится. Давайте взорвем Тесея нашего. Бафнемся. И сделаем. Так, что он сейчас делает? Он решил атаковать меня. Ну и хорошо, что не стал лафаться. Тихо, тихо, тихо. Вообще, мне сейчас надо бы тихо, тихо, тихо собрать фиолетовый желательно. Так, давай ты сейчас не будешь бить, подковы ты же не... Блин. Вот так вот. Вот так вот. И зеленый. Так, так, так. Кто из них будет сейчас атаковать? Она еще с самовоскрешением. Ну, тихо. Вы что творите, блин? Зараза, убили мою батарею. Ну и хрен с вами сделаем. А, там Зинка уже зарядилась, блин, я вообще не заметила. Не доглядела за ней. Мой косяк, мой косяк. Стопы. Ну вот Тесея добили, блин. Я надеялась, что он у меня поживет подольше. Так, кого выносить будем? Давайте Будику. Они молодцы, конечно, и стрелы, и это атакуют. Так. Хилимся, хилимся, хилимся. Не надо меня так тыкать. Так. Будику мы вынесли. Смотрим дальше, смотрим дальше. Кто у нас есть еще? Давайте кристалл. И давайте попробуем Хемделя вынести. Так, плохо, что меня нет на поле фиолетовых. Взрываем синие. А знаете что, давайте не Хемделя, давайте эту Зинку. Угу. Тихо, 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 ну куда бы... Ну ладно. Так. Блин, убили фраера. Фрейра.
У меня на него были такие планы, такие надежды. Эх, мои планы, мои надежды. Давайте вы не будете только добивать мне Танатоса. Давай в будику, в будику, в будику! Ладно. Ну, теперь-то само собой ясно, что вы будете бить в Баудику. Она единственная у меня здесь выжила. Ах, вы звери, изверги, изверги! Ладно, так, там Розамунд пошла. Я даже трогать не буду, чего добить тогда его. Давайте попробуем добить. Возьмем желтых. Желтых и фиолетовых. Нет, где-нибудь еще мне пригодится. Это у меня добив, добив, все. Значит, особо не разпыляемся. Так, не будем брать тала. И из желтых. Давайте гунлет. Так, фиолетовые, фиолетовые. Я не хочу ее брать. Давайте попробуем так. И все, камней нет. А не, вру, есть. И все. И они закончились. Так, пока у них маны не так много. Угу. Сделаем так. И... ослепление и отрежем чуть маны. Ну, вот, жалко гунлёт, конечно. Тихо, 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 не заряжайте ее. Стоп. Ну тогда лети уж дальше. Мимо, отлично. Это просто отлично, так. А у нее, блин, сопротивление ж к этому, да. Убили негра, убили негра. Ну, да, может, надо было героев получше взять. Недооценила я их. Да. Ну, зато покоцали. В принципе, можно его
Вот это еще здесь есть. Давайте попробуем на него. Ну, не так. Вот так вот. Вот так вот. Возьмем гульвейк. И кого мне еще сюда нужно? И кого еще мне сюда нужно? Только не так сделаем. Да, гульвейка и эту мадам поменяем местами. Ну, давайте лапу и Афродиту. Что у нас тут? Давайте попробуем бой. Так, фиолетовый, синий, фиолетовый, синий. Пум-пум-пум. Сделаем так. Ага, подошел синий. Подошел фиолетовый. Так, вот здесь желтый, подошел синий, еще синий, отлично. Зеленый мне не нужен, ну да ладно, мне нужен больше фиолетового. Давайте так. И мне нужен еще синий. Взорвем. Зарядим Афродиту. Так, только не добивай мне и лапу. Нет, все отлично. Так, идем сюда. У нас есть фиол. Фиол. Давайте так. Добьешь, не добьешь? Добил. Отлично. Так. 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 Играем здесь. Ну, в принципе, мы его добили. Да, я ожидала через... Ну, хотела через контратаку сыграть, но так тоже сойдет. Так. Пам-пам-пам. Давайте синий в пустоту. Подхиливаемся и... И бафаемся. Так, что еще мы здесь можем сделать? Мне нужно заряжать фиолов. У меня их мало, но есть синий. Давайте так пойдем. Мы его сейчас добьем, да, я так думаю. Да, мы его добьем. Отлично. Теперь осталось с этими двумя гадами разобраться, с Джином. Ух, и с Хорусом, который будет всех хилить. Вот Хорус, я не хочу, чтобы он хилил, поэтому мне нужно собрать фиолов. Но я их, наверное, не успею, да, собрать. Давайте хилимся, бафаемся. Что сделаем так? И все, больше мы здесь сделать ничего не можем, потому что у меня там ничего нету. Давайте синие все выведем. Кого он мне сейчас заблочит? Ладно, терпимо. На сколько ходов он их блокирует? Три хода. Три хода я еще пережить могу. Ну-ка, не вышло ничего хорошего. Так. Вот фиол подошел. Так. И сюда. Давайте заблокируем этого. Так, вот добьет, не добьет. Не добила. Ну, в принципе, дотравился. Тоже неплохо. Так. Стопе, стопе, стопе. Мне нужны синие. Давайте это все убираем нахрен. Мне нужен синий, чтобы зарядиться и подлечиться. Так, да, он не атакует. Все нормально. Это сделали мы. Это сделали. Что дальше? Что дальше? Вот фиолетовый, наконец-то можно заряжать. Так, пошло, пошло.
Отлично. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Отлично. Так. Угу. Прокручиваем, бьем, 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 добиваем все. С этим извергом мы разобрались. Ну, что там, 5 с чем-то у него силы. Это, конечно, много для меня, во всяком случае, пока. Вот, ладно, ждем, когда поле у нас перевернется, и продолжим. Продолжим. А вообще, что я сижу и торможу? Пока у нас поле переворачивают, давайте побьем титана. Почему бы нет? Правильно? Правильно. Все, пошли. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. У меня пока для монокоманд героев немножко не хватает. Ну, или мне они не очень нравятся для титана. Вот, поэтому пойдем так и побьем его. И побьем его. Вот так вот, вот так вот. Ну, в общем, в основном собираем синий-фиолетовый и лупим, что есть мочи. О, как хорошо зашло. Так, так. Давайте убираем весь фиолет. Так. Бафаемся. Так. Ультовать неким пока. Так, и лапа. Снимаем, хилимся. И лапа, давай. И лапа дал люлей. Так, не поняла со связью. Ничего, не надо мне вылетать тут. Так, так, так. Вот, взрываем фиол. И зеленый пошел. Опять фиолетовым атакуем. Взрываем, взрываем. Опа, она вот так вот. Пускай все летит. Я хочу бафнуться, прежде чем ими атаковать. Вот, отлично, отлично, отлично. Вот так вот. Опа, папа, па, как все пошло. Тихо, тихо, тихо. Дайте мне ультануть под конец. Нет, не дали. Дали, дали, успела. Отлично. Так, 34 тысячи. Атаковать снова. В бой, в бой. Что у нас сейчас по камням? Ну, сейчас не так весело будет, наверное. Давайте синий. Так, зеленый кристалл. Зеленых много? Нет, вроде немного. Ам-пам-пам. Красный. Так, синий пошел. Что, будем выводить зеленых? Да, давайте. Нафиг они нам тут нужны. Зеленые вон с поля. Я вас выгоняю. Так. Бафаемся, бьем. Фиолетовый пошел. Синий созданием мордочки. Так, комбятина пошла. Вообще отлично вышло. Так, так, вот здесь фиол. Опа, она еще фиол вышел. Тоже отлично. Так, так. Угу. Давайте еще. Эй, больно. Так, комбятина, комбятина. Лети, лети, лети. Ой, вспомнился мультик. Как же там, цветик, семицветик, да? Ты лети, лети, лети. А дальше я не помню слов, но это не суть. Так, взрываемся. Ага. Полетело кристалл из желтых. Давайте его создадим. Синие. Мне нужно фиолетовый, да? Да, мне нужно подхилиться. Я молодец такая. Подхиливаемся. Так, так. Ну-ка. Давайте все взорвем и посмотрим, что из этого выйдет под конец. Так, так, так. Взрывы, взрывы, взрывы. Все, дальше не пошла комбятина, да? Ну ладно. Тоже не страшно, что я могу сказать. 23 тысячи. Ну, и сойдет. И сойдет так. Аид вытянул бой, ушатал Афродиту. Ну, вообще отлично, девчульки. Разошлись мы тут разошлись. Во, поле перевернули. Так, кого можно выбрать? У меня идет запись там. Запись идет. 4500. Ой, не, не надо мне таких. Кто мне здесь есть? 4400. Не, 5000 для меня это пока мощно. Это пока очень мощно. А вот еще так 4500, 4300, 4200 это еще норм. Еще я как-то могу с этим что-то сделать.
Чулькин. Так, а здесь что? Здесь вообще троечка. Ладно, пока не будем. Это если что, если что. Может быть, против этого пойти. Ну-ка. У меня вообще зеленые-то остались. У меня проблема в том, что мало прокачанных зеленых. Так, вообще у меня есть Гвиневра и есть закрытие. Давайте против тьмы пойдем. Где здесь тьма такая поближе? Давайте против Александра попробуем. Или против Карена. Или Карена, Кармен, Карена. Давайте уж так. Пам-пам-пам, где ты? Я бегу за тобою, Гвинечка. Аполлон. Так, Огу. Правильно, фиолетовый, зеленый и красный. Давайте возьмем красного. А кого я красного хочу взять? Мне нужны быстрые ударники, да? Может взять одного быстрого, одного медленного? Давайте я возьму эту мадаму, чтобы она чуть-чуть уживаемость мне повысила. И Мулан. Да, сделаем вот так вот. И вот этой дадим обменять. В принципе, ей тоже можно дать кулак, просто чуть поменьше. И ничего страшного. Так, лук. Он же, да, регенерация маны. Так, и тебе, в принципе, можно дать на это дело. Пусть он будет чуть послабее, но не страшно. Главное, что эволюционировано все у меня. Они оба очень быстрые. Ну, ладно, пойдем так. Пойдем так, пойдем так. Синих у меня нет, но есть желтый и зеленый. Давайте зеленый вначале. Потом желтый. И желтый. Эй, убежал. Блин, надо было с того пойти. Да, маленько-маленько я прогадала. Вот так вот еще желтыми. Тихо-тихо, ты куда так быстро помираешь? Не трогайте, не трогайте моего ангелочка. Сейчас у меня в ангелочка тоже, да? Блин. Вот и зараза. Сказать, что я расстроена, это мало чего сказать. Угу. И почему на тебя зеленый так плохо действует? Серьезно? Это вы серьезно сейчас? Ой, да, лопухнулась, так лопухнулась. Тихо, тихо, тихо. Вы видели? Охренеть, да, надо. Плохо эти недокачанными. Ну что, попробуем его уже добить? Давайте попробуем его добить. А, желтый, красный. Желтый и красный, что я скажу? Ничего не скажу. Давайте тебя. Что у меня здесь? Кто у меня еще есть? А у меня. А, все, я всех потратила, да? Таких сильных, более-менее прокачанных. Ну, почти. Красный, красный, красный. Ты есть. Туда пойдем синим. Не, синего я хотела на каком-нибудь еще добив оставить. А с желтых у меня кто-нибудь есть? Давайте зеленого, который более-менее подкачан. Ладно, и синего возьмем. Тамуза. Кого еще из синих-то взять? У меня никого такого нету. Давайте зеленого тогда возьмем. И это будет Аталанта. Давайте так. Давайте зеленый. Красный кристалл. Стопэм. Давай так.
Блин, ей мало, да? Ладно, тогда взрываемся. Давай, Гефест, всех круши, всех вали. Скульда мы добили. Скульда мы добили, скульда мы добили. Так. Тихо, тихо, ни хрена не хреначит. Вы видели, с одного удара почти все хп у меня сняли. Так, сделаем вот так вот. Правильно, бить никто не должен? Нет, не должен. Давай, усиление. Вот, зашибись, вот сейчас мне прям понравилось. Добьем, не добьем эту медузу. Блин, он еще их хильнул. Давайте зеленый. Только не Атланту, дайте ей еще раз ультануть. Нет, не дали. Ладно. Так, теперь мне надо как-то разобраться с Аполлоном. У меня практически нет красного на поле, но есть чуть-чуть синего. Тихо вы со стрелами своими задолбали. Вот, синий пошел, и красный сейчас должен появиться. Тихо, тихо, тихо. Ну зачем? Блин. Ладно. Так, с трех жим он зарядится, да, зарядится. Давай еще раз. Все, этого мы добили. Угу. Так, там девчульки на добив пошли, на добив. Наверное, я тоже пойду на добив, учитывая, что у меня больше нету хороших команд. Давайте вот этого и добьем. Да? Да. Что у него там? У него там зеленый и желтый. Ну, короче, интересно. Все это очень интересно, но у меня все равно ничего толкового нет. Поэтому мы пойдем так. 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 Кого возьмем еще? Да, мы пойдем троечками. Да, и возьмем этих красных. Возьму зайца. Ой, зайца, господи, белку. Где моя белка? Где моя белка? Вообще, обычно я люблю эту команду брать с Атланты и Вакхом еще. Выходит так. Очень интересно. Блин, может попробовать взять Минамото? Минамото. Че, он не намного слабее этих троечек моих. Не-не-не-не-не. Белку мне оставьте. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте, давайте, давайте в бой. Главное, чтобы камень был. Камень будет, мы и троечками его завалим. Так, тихо, тихо, тихо. Синий. И все, синего нету, да, больше. Мне нужен синий. Вот красный подошел. Ну-ка. Этого, конечно, мало. Тихо. Сейчас у меня это Юритому так хренакс. Да, наверное, это будет не айс. Что-то с камнями туго. И он еще хилится, да. Ладно, неудача, так неудача. Что я могу здесь поделать? Да, на последний бой мне не хватило героев. Ой. Ой-ой-ой. Хотя луну можно было взять. Взять что-нибудь Ганешу попробовать. Или кого-нибудь с фиолетовых. Аксумаре, например. Ладно, что-то я тупанула. Или Вакха и этого быка. Ну да. Ну, ладно, на этом война для меня заканчивается. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Что ж, приятного вам дня, вечера, ну, любого времени суток. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.